Вы пытаетесь проехать заводскую часть города. Здесь очень долго будет сюда ехать. Трудности, которые создаст для городского движения очередное закрытие Восточного моста, были известны заранее. В середине лета город уже стоял в многокилометровых пробках, которые парализовали весь город. И вот, спустя пару месяцев, ситуация повторяется. Еще перед закрытием Восточного моста госавтоинспекции были предложены для граждан и гостей города схемы организации дорожного движения, схемы объезда проблемных участков, уличной дорожной сети, основных магистральных улиц. Эпицентром пробок в часы пик можно считать часть улиц Советской от мечети до Тверского проспекта. Здесь регулярно скапливается внушительный затор из автомобилей. Попала в этот список и улица Новотошская на участке от Советской площади до Тверского проспекта. Как пояснили сотрудники ГИБДД, этому факту есть логическое объяснение. Приоритет движения автотранспорта на этом отрезке дороги предоставлен автомобилям, двигающимся со стороны Тверского проспекта. В настоящее время мы убедились, что улица Советская, улица Вольного Новгорода полностью загружена транспортными средствами в два ряда. Сейчас мы попробуем по одному из предложенных госавтоинспекции маршрута объехать пересечение Советской и Тверской. Если водителю надо проехать в Заволжский район или на Пролетарку, совсем не обязательно стоять в огромной пробке. Достаточно повернуть на набережную Степана Разина и продолжить движение до кинотеатра «Звезда». Эта дорога выведет автомобилиста на улицу Советскую, движение по которой за светофором уже не так проблематично. Оттуда можно продолжить движение или за Волгу через Старый мост в Заволжский район, или на Пролетарку. Есть для жителей Пролетарки и другие варианты объезда. Водитель может выехать на проспект Победы, затем на проезд Дарвина и улицу Спартака. Таким образом, он окажется на проспекте Калинина. Информация об альтернативных схемах движения была передана сотрудниками ГИБДД через СМИ. Однако водители транспортных средств ее или не заметили, или попросту проигнорировали. В какой район передвигаетесь? Вообще сначала планировал на Речной. В Заволжский район, то есть? Да. Вот мы вам советуем воспользоваться альтернативным путем проезда в следующий раз через набережную Степана Разина. При проверке маршрута объезда пробки по набережной Степана Разина автомобиль ГИБДД доехал до поворота на Старый мост всего лишь за 5 минут, в то время как движение в часы пик по привычному маршруту может занять до получаса. Еще одной проблемной точкой на дорогах Твери стала площадь Мира. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют при движении с Комсомольского проспекта совершить поворот на улицу Горького. В этом случае будет реализована схема, когда водитель уступает преимущество в дорожном движении автомобилям, двигающимся с площади Революции. Естественно, что предложить альтернативные пути движения на всех участках дорог невозможно. Однако, если водители выполнят хотя бы часть рекомендаций, двигаться и в самом деле будет легче. Альберт Байков, Виталий Осипов, Павел Макаров, РЕН-ТВ-пилот.